Все необходимое для того, чтобы обустроить быт и не замерзнуть. Очередную фуру с гуманитарным грузом сегодня отправили к нашим бойцам в зону специальной военной операции. Перечень товаров изучил Андрей Баев. С наступлением холодов обязательный элемент гуманитарной помощи – это всевозможные утеплители, термобелье и вот такие вот легкие, а самое главное – теплые сапоги. Груз формируют по конкретным запросам подшефных Новосибирской области воинских подразделений. Кроме обмундирования, чтобы обустроить быт в полевых условиях, парням отправляют лопаты, топоры, бензопилы, небольшие печи и сетку-рабицу. Часть партии обязательно от местных производителей. Минпромторгом на регулярной основе по заявкам воинских частей формируются потребности. Исходя из этих потребностей, мы формируем товарные группы, работаем с поставщиками. Поставщики как региональные, так и других регионов. Мобильность – один из важных факторов на поле боя. Поэтому квадроциклы, да еще и с прицепами, не теряют своей актуальности. В партии зарекомендованные модели. Такие отправляют на СВО с начала прошлого лета. Грузы нашим бойцам уходят из Новосибирской области каждую неделю. Андрей Баев, Валерий Павлов, Новости УТС.